10 seconds remaining. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Рухаб, с вами снова Тексас, и это вторая карта между FDL и Enemy. И если вы пропустили прошлую карту, то рекомендую вам ее пересмотреть. Вы просто посмотрите, какой там был нереальный камбэк 40 тысяч. Ну да, такой небольшой спойлер, но все же, игра была просто шедевральна, и такое залить, это, конечно, уметь надо. Ну и в дело начали прошлую игру очень уверенно, стадия early game, mid game, и даже в лейте было все более-менее, но что-то пошло не так, допустили ошибки довольно-таки серьезные, все-таки играли еще и против Тинкера, все зайти на хайграунд, и лайфстиллер фармил, лайфстиллер, конечно, машина для убийств в лейте, та еще, так что жесть, как она есть. Ну да ладно, в принципе, можно сделать здесь, по крайней мере, ничью, потому что у нас формат игр Best of 2. Конечно, оставаться без побед не хочется. Ну и я думаю, будут потеть. Ну и что у нас? Пикнули FDL. Пикнули не Вичдоктора и Пака. Enemy забирают себе Бистмастера и Алхимика. Ну и по банам. Это у нас Bounty Hunter, Doom, Axe и Furion. Так, сейчас буквально одну секунду. Кое-что я перезакину. Потому что мне кажется, что звук не идет на видосе. На одном из. Потому что сначала работает краски микшер, что идет звук, а потом почему-то обрывается, и быть такого не может, что в видосе так странно звук работает. Возможно, что-то не так подрубилось. Так что, сори за техническую такую проблемку. Сейчас, одну секунду. Вот. Теперь, по идее, должно быть все в порядке. Ладно, потом проверим. Как мы видим, Виверну решили FDL подбанить, потому что в прошлой игре планы попортила она очень-очень сильно. Ну и, в принципе, давайте все-таки пройдусь по Enemy. В прошлой игре я не успел этого сделать, потому что больше разобрали мы FDL. Ну и Enemy. Команда, как я говорил, из североамериканских игроков преимущественно. Раньше играли они под ником, не под ником, а под тегом Astral Authority. Ну и... По статистике cybersports.ru у них 12 побед и 20 поражений. Да, винрейт, конечно, слабоват, всего лишь 35%. Винрейт у FDL был в разы побольше, но что-то, как мы видим, пошло не так. Все-таки команда это тир дивизионом пониже, а то и даже на целых 2 тир дивизиона пониже. Так что камбэкнуться в такой игре, вернее, залить такую игру, это уметь надо.
Ну и в принципе, Enemy. У нас Flying Zebra. Капитан Командры, который, в принципе, играл раньше в команде Левиафаны. Средний, вернее, соло ММР у него 6272, как раз таки по последним данным. Ну и катал в командах в Левиафанах. Какие-то крутых результатов он не показывал. Ну и, в принципе, из крупных отборов это отбор на World Cyber Arena 2015 года. И заняли они там 5-8 место. Ну и в 2016 году присоединился к команде The Enemy. Ну, как раз таки возглавил ее как капитан. Ну и сигнатурочки это Dazzle, Виверна и Skyras. Кстати, в прошлой карте у нас была Виверна, но Flying Zebra как раз таки на ней и играл. Так что, как видим, короночка зашла весьма-весьма неплохо, потому что и Clone Debris были классные, и Витерскерсы, да и, в принципе, сам по себе отыгрывал очень-очень круто. На этом герое все-таки его чувствовал. Соверинг это хардлейнер, как раз играл на Абадоне. Абадон это тоже коронка команды. И средний... Вернее, ММР. Почему я говорю средний, не знаю, немножко подпутываем. В общем, ММР у этого игрока примерно 6900, почти 7000. Ну, весьма-весьма неплох. Slayer. У нас мидер команды. В принципе, молодой довольно-таки игрок. Начал он играть на просцене с середины 2015 года за команду Stratos eSports. Ну и, в принципе, потом бренд сменился и стала эта команда Enemy. Ну и сигнатурочки это Ember, VR-очка и SF. Frozen, MMR игрокам равен 6178 на краткий момент того, как я нашел его на... на момент того, как, когда я нашел его статистику. И, в принципе, играл он раньше в команде со Slayer'ом, как раз таки в том же Stratos'е. Ну и после подписали их такая организация, как Enemy. Ну и короночки... Это Огр, Виверна, Бейн. Ну и, в принципе, Dazzle вместе с Вингой тоже весьма-весьма хорошо у него заходит. Ну и в прошлой игре, получается, он играл на Дизрапторе. Не коронка, но все же, отыграл очень-очень круто. Ну и Банана Слендджама. Увы, тут никнеймы подписаны не так, но, насколько я понял, состав именно такой. Но я не знаю, кто из них тут Банана. Ну да ладно. Ну, в общем, этот игрок имеет ММР 6800. Сигнатурочки у него Сларк, Фантом и Хускар. Ну и, в принципе, на просцене он играет с января 2015 года. Ну и победок было очень мало. Именно таких вот денежных у команды всего лишь одна победа. Это был минорный турнир под названием COD League Season 2. В принципе, 3-0 они выиграли команду XD, но выиграли всего лишь $200. Так что мало-то будет. И, кстати, Рики Мару залетает в пик для Enemy. Вот это, конечно, интересно. Ну и, кстати, подбанили Лайстиллера, которого сами забрали. И также забанили аппаратом. Возможно, хотят пушить. Все-таки аппарат против пуша весьма силен. Ну и Феникс у Friendship Dedication Love. Краски. Дружба, взаимопонимание, любовь. Ну и флажки у них тоже классные. Бэтрайдер залетает для них в пик. Да, флажки у них очень классные, такие сердечками. Очень-очень милые. Ну, посмотрим. Игра у нас обещает тоже быть интересной. Все-таки прошлая катка с таким камбэком, это просто что-то нереальное. Ну и, в принципе, по пикам, как мы видим, герои получаются довольно-таки боевые. Дэмэджа вписывает довольно-таки много. Феникс все-таки со своим Икарус драйвом вписывает дэмэдж чисто вот без айтемов, чисто с левелом. Ну и, я думаю, весьма неплохо зайдет. Хотя в топ-героях Феникс у них не значится. Ну и Бэтрайдер тоже в топ-героях не значится. Пак от CC весьма неплох. 11 игр, 82 победы. Но все-таки так получается, что FDL катали у нас в дивизионах послабее. Там, конечно, не сильны, но, как мы видим, с более сильными командами что-то идет не так. Ну и, в принципе, винрейт в самой команде за прошлый патч на паке это 70% за 10 пиков. Ну, кстати, вот Рикимару, довольно интересно, как на нем будут играть. Вчера Рикимару был у меня на стриме, был он во время европейских квалификаций, как раз уже открытых квалификаций, вернее, еще открытых квалификаций, так будет точнее. Ну и как там он не пошел, хотя были параллельные игры, там где был Рикимару, и там заходил очень-очень круто. И Оракл залетает у нас у Enemy. Ну, кстати, Оракл, видел я уже в их исполнении, ну, так вот посредственно отыгрывал, ну, в принципе... Возможно, в этой игре получится получше, возможно, есть какие-то заготовочки. Ну вот Алхимик. Алхимик, скорее всего, будет у нас медовым. Краски мидер у нас на Алхимике. Ну, не самый его профильный герой. Рикимару, понятное дело, в статистике нет, потому что в прошлом патче Рики просто не было физически. Ну и Бестмастер от Хардлейнера, краски от Соверинга, получается весьма неплохим. 18 пиков, винрейт
56%. Ну и, в принципе, Оракл, понятное дело, будет суппорт. Ну, как я говорил, он такой посредственный. Не отличается прям такими крутыми показателями. Ну, в принципе, есть небольшой минус в том, что есть алхимик и аганим, пока купить можно только один. Ну да, конечно, можно купить их и три, но заходит он, ну, более-менее для одного. В принципе, без мастера, конечно, прикольно с аганимом, но можно и без него обойтись. И Марфан решили подбанить у нас FDL. Ну, кстати, Эйнами сильны против Бэтрайдера. Они играли против Бэтрайдера 6 каток, и все 6 каток они выиграли. Так что вот, знаем, как играть против этого героя. Так что немножко FDL не подготовились. Мы с пиком с тем. Или, возможно, не знают, как сыграть на Бэтрайдере, чтобы их не законтрили Эйнами. Но все-таки 6 игр — это довольно-таки неплохая дистанция. Конечно, желательно было считать от 10 игр и более, но вот 6 игр тоже хорошее количество каток. Как раз таки побед очень много. И Мирана. Оказывается, тут тоже есть Мирана. Я думал, она только в Европе залетает прям так бодро. Но Мирана в Америке, как видим, тоже есть. Но вот точно знаю, что в Азии вообще не жалуют. Там примерно 3 пика из 100. И это, конечно, очень мало. И Террор Блэй залетает в пик. Кстати, на Терроре играли и в Европе. Играли, по-моему, Гумба. В какой-то игре. То ли Гумба, то ли Каипи. Но, по-моему, Гумба. И, кстати, там террор зашел классно, игра закончилась очень быстро, и меня снова дропает почему-то из игры. И это уже второй раз за сегодня. Кстати, я, похоже, знаю, почему меня дропает. Вернее, почему я не дропаю, почему мне писали, что звук в Dota TV не слышал меня Стасман. Именно поэтому, потому что меня дропнуло из лобби, и на время звук пропал. Потому что я еще не прогрузился. Зрителей мало. Ну да, как раз есть первый стрим, во-первых. Это стрим только третий. Вчера вот я стримил на второй канал Рухаба, и матчей больше не было. Игрался еще и Европа, так что было порядка 16 тысяч зрителей. Ну и понятное дело, сейчас в приоритете смотрят матчи на первом канале, да и попутно нету ставочек на Dota 2 Lounge на эти матчи, почему-то их не поставили. Ну, не страшно, зато поставили на следующий матч. Кстати, следующий матч у нас будет играть команда Digital Chaos, они же Digital House, как вам удобней. Ну и там Виха, там Мизери, там... Резолюшн, Резолька, Романыч. Матч будет очень интересным, так что обязательно оставайтесь дальше на этом канале. Ну и топовая лама. Да, курьер, конечно, просто топчан. И я как будто прочувствовал, что я на нее смотрю. Ну и что, давайте посмотрим, кто на ком сыграет. Почему-то у меня сразу включились параметры нетворсов. Рановато будет их смотреть. У нас Флайнг Зебра на Рикимару. И это Рикимару суппорт. Интересно. Слеер у нас на Миране. Интересно, такой же билд бы, как в Европе. В Европе, напоминаю, билд у нас через Аганим. Довольно-таки фастовый. Раз-таки после Транквилл там покупался. И ФБшечка уже, да ладно, нашли у нас Рикимару. Поставили центрю и убили, не ожидал. Ну да ладно, пропустил, но бывает. В общем, Фроз у нас играет на Оракле. Соверинг у нас на Бестмастере. И теперь Бестмастер у нас не суппортирует позиции, а хардлейнер. Ну и BCJ у нас на Алхимике. И Алхимик будет стоять на изилейне, потому что Мирана будет медовой. FDL у нас Станкинг играет на Вишдокторе, CC у нас на Паке, Бин у нас на Террорблейде, Фронз у нас играет на Фениксе и MJW у нас играет на Бэтрайдере. Ну и вот, я только вот успел озвучить, там уже ФБ было, и уже такой махач на мячанию, фуловым и, в принципе, довольным. Ну, правда, Вишдоктора пробили, так что ему стоит на базу ходить порегениться, потому что тратить тангусы, которых всего 4, не хочется. Закупился прям по полной на суппортом. Ну, кстати, вторую руну забирает у нас Террор Блейд на топе. Так что ему тоже Денай. Неплохо сыграно. Краски забрали руну. Пак особо ничего не потерял. На телепорте сейчас спокойно вернется на линию фуловым. И, в принципе, довольным. Ну, правда, Вишдоктора пробили. Так что ему стоит на базу ходить порегениться. Потому что тратить тангусы, которых всего 4, не хочется. Закупился прям по полной на суппортом. Ну, кстати, вторую руну забирает у нас Террор Блейд на топе. Так что ему тоже будет чуть-чуть да полегче. Это там базовая тем себе. Да фармить, ну как базовый, такой промежуточный ранний, а не базовый. Немножко я загнул. И это первый Террор Блейд на Манила Мейджор. Ну, кстати. По поводу первых, кстати, показателей на Манила Мейджор. Мне кажется, камбэк 40 тысяч это тоже первый на Манила Мейджор. И мне даже есть такие подозрения, что это будет последним таким камбэком жестким. Ну, потому что это реально слишком много. 40 тысяч голды и 40 тысяч экспы отыграть. Это ж просто невероятно.
Это дико. Ну и что, у нас по линии происходит, как мы видим, неплохо начали у нас FDL-ы. Снова, в принципе, в прошлой игре, напоминаю, они все линии выиграли. В начале, да и, в принципе, в мидгейме, все-таки 40 тысяч показателя по преимуществу нам это доказывает. Но, как мы видим, они с этим воспользоваться не смогли, забрали всего лишь одну сторону, ну и на миду забрали лишь рейнджовый барак. Ну а дальше зайти не получилось. Ну вот, Рикимару, роумящий. Рикимару, Орбофен, купил себе файра, так что есть дополнительные два урона. Ну, неплохо пробил паком, посмотрим, что будет дальше. Ну, кстати, вот, интересно, кто это начал делать на Рикимару? Вот у меня был матч, я думал, что это такой первый Рикимару, но сказали, что соло. Как раз катал на этом рейке против Веги, и, возможно, это соло у нас такой родитель этого Рикимару в этом патче. Хотя, может быть, где-то было это и ранее пикнуто. Увы, я этой инфы не знаю. Возможно, ее можно найти. Если можно, то обязательно сообщите нам. Или, в принципе, наш статсман, возможно, может такой найти. Каким... Блин, в каком матче был первый Рики в этом патче? Ну, вот он. Начинает разминать. Да, конечно, есть у него там доп-реген в инвизе. Ну, такое, или нет уже, или там его немножко фиксили, я немножко не читал по Рикимару патч, ну вот я не ожидал, что он прям так жестко летит. Ну, Оракл с агнимом имба, но Оракл суппорт, ну ладно, да, это Америка, возможно, возможно агним будет, потому что в прошлый раз суппорт с 4-й позиции имел нетворс примерно как свой керри. А керри, кстати, не просаживался по голде, у него там было 22 тысячи, что для там 48-50 минуты, ну, неплохой показатель, даже отличный показатель. Ну, кстати, террор на топе стоит фривольно, никто ему не мешает. И сейчас одну секундочку, мне нужно немножко подправить стойку, возможно, будут неприятные звуки. Так что сорян. Ну и террор, которому, в принципе, в патче добавили армора. У него вначале была десятка, уже 11, так что пробивать его физухой крайне сложно. Но благо хп мало, хотя и хп стало побольше, потому что добавили прирост именно с стрэнджи. Пошел залет у нас пока по сторингу, пытается его пробить, но вызывает кабана, и, в принципе, как он уходит, хотя как уходит, пошел туда еще и у нас напаливать с Анреем, вроде бы неплохо, но жаль, убить не получится, слишком уж толстый. Хотя залетел он с Фрозен довольно-таки далеко, решил пойти еще и похитаться, и, кстати, сейчас можно и фидануть, но делать телепорт. Понял, что ошибся, залетел не туда, не в тот район. Ну и Бэтрайдер третьего левела, в принципе, особо его... Кто сейчас тут не напрягает, он сам даже напрягает целую даблу. В итоге Миран делает лип, застрял, а Миранки застрелось, тела попадает, пытается нас просто пока повоевать. Конечно, есть у него фейдеди, так что давай не ходит, потому что магически, но теперь входит, и это фраг для Бэтрайдера. Полетел дальше за Слеером, Слеера нажигает, Слееру больно, Слеер застрял там и поворачивается, и очень медленно даблкил от Бэтрайдера. Конечно, сам погибает, но в любом случае два фрага были сделаны до смерти, так что максимум голды, максимум XP он здесь получил. Ну, в принципе, голда бы здесь не решала. Именно по смерти. Вот экспа это важно. Потому что почти 5 сотен поднял за вот этот момент. Ну и смещаются у нас на нижнюю линию два суппорта. Конечно, не особо крутые гангеры, но все же. Фраг можно попробовать и сделать. Но, правда, вот Рикимару. Такие смоки палят очень круто. От просветочек есть просветочка. Но посмотрим, получится любить Рики. Да, смотрели смоки. Понимаю, что Рикимару рядышком. Прожимаю смоки, пока, вернее, досты не собираются. Я просто смотрю. Пошел. А фланг зебра у нас здесь... подпаливаться, но таки за тучкой и просто делать блинкаут на своего тиммейта, скрылись, но и будут даже нырять, нет, все-таки не стоит этого делать, все-таки эту вышку не протанковать, там так жестко, крипу маловато, ну и можно было бы подфидонить. Ну, все-таки Мирана у нас получается фармит на изилейне, фармит она себе пока, ну, скорее всего, на аквилу, далее, наверное, будет агоним, хотя кто его знает. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас в итоге получится в этой карте. Ну, пики странные. Это Америка, и стоило ожидать того, что пики будут нестандартные. Ну, да, нестандартные. В этой карте нам даже будет похлеще, чем в прошлой. В прошлой, ну... Ну, более-менее было так вот. Все в норме в этой карте. Что-то вот напикали. Довольно-таки интересное. Вот Рикимару, конечно, все палит. Рикимару уже почти 4-й левел. Вроде бы неплохо. Кстати, что по левелам? Как мы видим, Феникс просаживается. Хоть и фраг один он сделал. Ну и у Вичдоктора тоже левел маленький. Все-таки ромят, так что XP недополучает. Пошла у нас тучка, нажигает у нас неплохо. Слеер, Слеер лопается, Фрозен лопается. И что-то посыпались. У нас немножко здесь enemy. И снова они early game заливают очень-очень плотно. Просто даблкил для пака. Минус 3, 1-6. 6-я минута.
Снова очень классное начало у нас от команды FTDL. Как мы видим, вернее, FDL у нас команда. Как мы видим, начало у них очень классное. Они линии выигрывают, фармят они лучше, чем оппонент. Убивают они оппонентов часто в начале игры. Хорошее перемещение, но если снова пойдет так же, как и в прошлой карте, снова у нас игра зайдет там до 60 минуты, и, например, там Алхимик покупает себе Аганим, Актарин, не хочет зайти на базу, все дела, Мирандом фармит себе как раз таки там Аганим, Блиндагер, и дальше там уже айтемы жесткие, и Рикимару становится жестким керри, и снова будет камбэк с какой-то невероятной суммы, то это, конечно, будет жесть. Вот именно проблема с завершением игры, хотя там по пушу было посложнее, там все-таки был Тинкер, ну да, Аганим с Алхимик у нас с Радиком и с Актарином тоже сложновато заходить против него, но все-таки это не Тинкероз. Ну и тут все-таки есть Террорблейд, который пушит все очень быстро, ну и в это время у нас умирает Оракл на нижней линии. Ну да, вот террором можно будет запушить, даже с учетом того, что там есть Алхимик, который, скорее всего, даже сумеет купить себе Радик, Актарин. Хотя, возможно, получится у FDL эту игру закончить быстро. Потому что в прошлой игре у них тоже были шансы, преимущество было большое, но как-то не заладилось и не получилось до этого дойти. Ну и Вангуард появляется у нас у террора. В принципе, патчноут и считает, знает, что теперь иллюзии получают этот баф от Вангуарда. Так что теперь убивать будет попроще, посложнее. Так что поэтому подходящим. Ну, конечно, жаль его загрейдить. Особо террору ни на что не получится. Потому что Кримсон особо не нужен. Но Эйбисал тоже не прям таки лучший айтем для террора. Все-таки он обычно другой собирает. Ну и вот, Алхимик у нас уже с армлетом. Понятно, что дальше будет появляться у него Радик. Я не думаю, что что-то меняется у нас в зависимости от регионов. Все-таки Алхимик везде один и тот же. И Пак покупает себе уже Вэлл в Дискорд. Кстати, у него 8 левел. Что у нас там по лавам? Давайте еще раз посмотрим. В принципе, 3 левел у нас у Оракла. Он просел. Ну и, в принципе, нет. 2-4. В принципе, суппорты на равных 4-4. Ну и проседаний больших нет. Но все-таки... Хотя нет, нет. Проседаний больших здесь. Примерно все равно получается. Правда, Бисмастер чуть-чуть не добирает. В прошлой игре он даже на роли суппорта был покруче. Вот, команда FDL. Стрела неплохая залетает по Бетрайдеру, хотя залетает вроде бы она мимо. Или залетает на Майнер Джуни, даже не заметил. Рвается Аркимару из Гриджи, хотя Феникс нажигает. Как же он здесь нажигает и сжигает. Мирану ловит у нас Фрозен пару плюх и отлетает в таверну. Алхимик поймал каски. Алхимик у нас под ультимейтом пробивать его будет сложновато. Есть ВДД у нас на Рикимару, чтобы в случае чего не пробили каким-то его магическим дэмэджем. И минус 2. В итоге сделали здесь энеми на контр-инициации. Ну и Мирана решил купить себе смоки. Зачем? Непонятно. Возможно, хочет кого-то подгангать. Вот. Явно не должен это делать керри на Миране. Ну, возможно, какая-то заготовочка. Возможно, сейчас какие-то ключевые там доберут. И пойду кого-нибудь убивать. Ну что, 3-8. Преимущество у FDL по голде примерно 2000 было. В районе 3,5 по XP тоже 3000 было. Примерно 3 пару минут назад. Ну и к 10 минуте. Мы сейчас заценим их айтемы. Хотя сначала посмотрим, возможно, получится убить Пака. Есть прямо урор, есть стрела. Стрела полетела. Стрелу ловит. Да как ты ловишь стрелу? Лол, это ж просто... Ну, на Паке поймать стрелу. Пацаны, пинг 200. Ну, они же играют с Америки. То есть, если бы я играл на американском сервере, то я могу так отмазаться. Но даже с пингом 200 там вернуться не нужно. 7-5 в лбу. Но странная, очень странная смерть. Он думал, что просто отошел... От стрелы летела она вот так, он встал вот здесь и подумал, что этого достаточно, чтобы ее не поймать, и решил shift не тратить. Ну, пожалел, в итоге поплатился. Ну, ладно, ладно, не страшно. Я, конечно, оплошал. Ну что, давайте посмотрим айтемы. Рикимару выходит у нас в фазы, Миран выходит в Аганим. Оракл уже с арканами, 6 левел, правда, еще не дополучил. Есть, без мастера уже почти все. На первом еще остался только рецепт, ну и алхимик. 2400 выходит покупку Радика. Что у нас есть у FDL? Вещдоктор, 4 левел. Левел нужно срочно добирать. Все-таки 10 минута. И, кстати, книжечку покупали ли? Книжку не покупали. Вот есть первая. Ну, теперь вышка падает. Падает она без дефа. Правда, при этом вышку в миду подпушит. Так что давайте досмотрим айтемы. Вроде пока замес не намечается.
Ну вот, Пак решил купить себе дальше Rob of Magic. Похоже, решил добрать себе ПТ-шку. Не думаю, что это будет что-то другое. Ну и, кстати, Вейл, конечно, быстрый это круто, но Блиндагер на Паке тоже важная вещица. И, кстати, уже был бы Блиндагер, но решил, что стоит пойти через другой билд. Ну да, кстати, под Вейлом Феникс нажигает очень диком, да и вот Файрфлаем, Бэтрайдером тоже неплохо, но все-таки Блинк на Паке уж слишком нужный айтем. Ну и стрелу. Ловит на Серверблейд, но, понятное дело, его не убить все-таки под Вангуардом. Ну, кстати, на руках у него 1500 голды. Феникс почти шестой, скоро будет суперновым. Ну и, в принципе, айтемы мы видим. Есть у него Magic Wand, который скоро привезет курьером. Ну и Бэтрайдер с барабанами. Вот это вот интересные, получается, билды такие я вделал. Потому что два героя, которым очень сильно нужен фаст блинк. И один покупает барабаны, второй покупает себе Veil of Discord. Это странно, поймал краски в лосу, у нас алхимика, выводит алхимиком, сейчас будет там инвиз, а просветки-то нет, и как его убивать? А никак, просто он уходит на ноге, отлично сыграно. Ну, вот, вроде бы по личному скиллу все неплохо, у команды FDL начинают они игру очень классно, но как-то с такими перемещениями нам по карте, с макро-моментами, получается как-то плоховато. Да, микро неплох, но вот макро что-то... Не ладится, DreamCoil по троим поставил, Феникс полетел, яйцо не поставил, потому что оно еще не вкачано. Потому что нет шестого, нажигает он пока по слейеру, слейер просто облинковывает, полетает за ним каски, пытается его нажечь, нажигает, кстати, довольно-таки неплохо, он драк разделил, с алхимиком станом, станом, в принципе, ни по кому, вроде бы не попал, наверное, затеял по иллюзии, пытается догнать у нас Мирану, Мирана потерпает, ставится на супернова, почти помирает у нас здесь Бэтрайдер. И Рикимару раскрылся в ультимейте, никого убить не получится, и Флайнг Зебра отлетает в таверну, в итоге минус 2 дел, залетает у нас Фейст Эдикт, вернее, Фортуненс залетел, нажигает у нас по Фрозу, но есть у него Фейд Эдикт, краски подрубил, но, увы, дэмэдж тут проходит, все-таки этого он не закрывает, все-таки это чистый урон, но и Фрозен делает в итоге дабл килл за этот замес. Ну и 5-11, в итоге FDL ведут на 13-й минуте. Ну, зато алхимик есть, который фармит, в принципе, примерно то же самое было в прошлой карте, был Тинкер, который фармил и потихоньку подфармливал лайфстиллер, но потом набрались они, в принципе, оформили себя неплохие нетворсы. И потихоньку, по чуть-чуть камбэк пошел. Пока особо камбэкса не нужно, там, в принципе, такой был мини-камбэк в начале, но это такое... маловато будет. Вот если сейчас снова с 15, там, с 20, 30 тысяч, 40 тысяч пойдет камбэк, то это будет жесть. Ну, посмотрим, что она будет. У нас 14-я минута подходит к окончанию. И Террор Блейд купил себе уже Яшу на руках 900 голды. Ну и драка, возможно, какая-то будет. Варды расставляются. Краски, Вижн там лишали потихоньку FDL своих оппонентов. Вард поломали вот здесь. Ну и, как мы видим, Вижн у них есть вот такой вот около Рошана и такой вот Варт Медов. В принципе, Вижн неплохой, но хотелось бы, конечно, побольше. Но с учетом того, что у FDL Вижн вот такой вот, они ничего не видят дальше своих вышек. Так что все хорошо у Enemy. Ну и вот уже первые некрачи готовы. У Бестмастера, кстати, у него 8-й левел. И только в двух. И два раза он только попал в Террор Блейд. И первый раз был неудачный. Только вот два раза. Немножко ты написал некорректно. Ну да ладно. В общем, два раза покупал террор у нас Вангуард. И первая покупка была неудачная. Вторая покупка зашла. Ну да, все-таки Вангуард... ну, только патч подняли. И пока что террор залетал редко. Вот Вангуард на... вообще не нужен, Флайнг Зебру поймали, и он просто прожимает ультимейт, краски задолжил парочку урона и пытается сейчас уйти, но это Дезвард, еще яйцо, ну это многовато будет, это суппорт так-то Рики, это не керри, и вливать в него 3 ультимейта будет слишком много. Ну да ладно, сделали фраг, не пожалели, но все-таки мне кажется, это не стоило того, ну да ладно. Ну, по крайней мере, попробую затянуть на базу. Полетела стрела, и стрелу ловит. Ну, там куча иллюзий, но почему-то контролировать это не царское дело. В итоге стоит станет, так что дэмэдж по вышке не заходит лишний. Так бы вышка уже почти упала. Но в любом случае вышка теряет очень много хп. Нет глифа, в принципе, можно допушить. Алхимик у нас пока спидпушит. Вернее, спидпушит у нас там Бестмастер. Нажигает у нас потихоньку здесь Феникс под хилем своих тиммейтов. Нажигает по алхимику. Алхимик, кстати, очень больно под Санреем. Нажигает дальше у нас Феникс, но Феникс как-то немножко плохо разделил свой луч и рвет DreamCoil. У нас просто здесь алхимик немножко не понимает, как работает с пылы, по всей видимости. Ну да ладно, такое тоже бывает. Убивает нас в итоге Бэтрайдера. Кстати, он тут до сих пор нажигает, так что дэмэджа влетает. Порядочно врывается дальше, убивает у нас еще. И без мастера трипл килл для CC. Липается у нас на базу Slayer. И Frozen немножко промазал с нажиганием. Ну да ладно, не страшно. В любом случае сделали аж минус 3. Можно попробовать дальше подпушить. Все-таки
метаморфоза еще активна. Ну нет, она уже закончилась, но все равно можно подпушить. Что у нас по файт рекапу? 1100 голды и 2500 XP для FDL. Ну и вот падает как раз таки вышечка. И был Некрач, Некрач умер. Но можно даже подпушить снова. Стрел не уворачивается, не царское это дело. Зачем уворачиваться, можно же поймать. Действительно, ставится тучка, ну и решили отступить. В итоге не добивают. Ну, по крайней мере, били они как раз таки рейнджовый барак. Так что, по крайней мере, в этом есть плюс. Барак не отрегенится, вешает тучка, но алхимик взорвет сам себя. И стрела пошла точная по станкингу. И в таверну Тетвич Доктор неплохо сыграл Слеер в этом моменте. Ну, если честно, игра получается такая довольно-таки странная. И с учетом того, что у одной команды ММР средняя 6600, ну и вторая тоже, думаю, там порядка 6500+. Она, если честно, так не выглядит. Потому что у нас команды, которые играют на там тир 3 турнирах, играют в разы получше, чем вот здесь. Ну, да, все-таки не зря говорят, что американская дота по ниже уровням. И даже при равных ММРах, ну, примерно на равных ММРах, они играют слабее. С этим не поспоришь. Ну да, есть команды, которые жесткие, но их маловато, там порядка 3-5. Вот именно, чтобы прямо жестко отметить, это, наверное, будут ЕГЭ, но это понятное дело. Ну и Digital House, вернее, Digital Chaos, кому-то как удобнее. Ну, именно правильно будет Digital Chaos, но частенько называют именно хаос. Ну это такое, лингвистичные приколы, все дела. Так что не будем на это пока обращать внимание. Все-таки игра это у нас только следующая. Ну а пока что у нас продолжается серия Best of 2 матчей между Enemies и FDL. Ну и напоминаю, что Enemies прошлую карту выиграли. И победа там была довольно-таки крутая, потому что камбэк был сделан 40-тысяч нетворсом. Ну и обязательно пересмотрите эту игру на ютубе, если вы ее пропустили. Воды, я думаю, будут в течение там нескольких часов. Не думаю, что долго времени это займет. Эта тучка пробивает у нас в итоге Бистмастера, это он Тавер, это Дезвард, но не работает, потому что он Вики распрыгался, смотрите, стрела не точная, ну и Стэн Кинг загрызли. Бедолагу вводит у нас в итоге Слеера, пытается его дожечь, кстати, два Некрача лопается, ну лопнули, даже, конечно, влетело, но не страшно, пробивает Слеера, Слеер Таверну поставили на основу Супернову, взрывается она, в итоге минус 2, в принципе, минус 2 кора, так что неплохо, потеряли Вич-Доктора и можно снова зайти по миду. Но алхимик. Алхимик уже с радиком. И есть у него травала. И на руках еще 2400. Так что скоро будут проблемки. Алхимик 13 тысяч нетворса. И уже перефармливает керри FDL на целых 3000. Ну, можно и позалить. Пробивать бог у нас пока что бетрайдера. Но все-таки он живет, его подхиливает очень-очень плотно. Рики распрыгался. Рики никого не убивает. Флайнинг зевра. Теперь пытается уйти, но пак его лопает. Кстати, пак без маны. Так что дальше драться сложновато. Арканов там не особо много, если бы точнее, там их всего один. Ну и нужно отойти. Нужно отойти. Давайте посмотрим, что у нас произошло по файт рекапу. В принципе, не особо это важного. 8-18 у нас счет на 19 минуте. И что у нас по графикам? 7000 голды ведут FDL. По XP примерно 5000. Да, конечно, не так, как много, не так много, как в прошлое, но в прошлой карте им не хватило даже огромного преимущества для того, чтобы закончить игру. Надеюсь, что в этой карте у них сложится получше. Потому что, ну, играют хорошо, но как-то не доводят до победного конца. И линза появляется у Феникса. Теперь дамажа будет еще больше. Если бы точнее, будет больше на 5%. Ну что, давайте посмотрим айтемы. У нас уже 20-я минута. Рики Мару с фазами. Рики Мару с Magic Wand'ом. 8-й левел. Миран у нас выходит в Аганим. Выходит она в него, кстати, очень долго. И у нее 11-й левел. На Аганима еще нужно целую 1000. Оракл. Оракл. Да, Оракл с Аганимом силен, все дела. Но до Аганима тут очень далеко. Фрозеном. Ну, кто его знает. Возможно, и нафармит. Бестмастер хочет. Третий Некрачи. На руках 600 голды. Ну и алхимик у нас уже с Яшей. Дальше Монтан, дальше Октарин. Ну а после Октарина, скорее всего, Шива все-таки играет против Террора. Да и Шива очень круто заходит на алхимика. Что у нас есть у FDL? Вич-доктор. Хочешь купить себе Глиммер Кейп. Есть у него Клака. Пак у нас Юлом. Уже и Блинком. На Блинк мы уже видели. И Ульчик тоже круто заходит на паке. Знаем, как он круто мансит. Кстати, вот вчера был пак у нас на квалификациях европейских. Был он в исполнении Crazy. И он там, кстати, был с Октарином. Играл просто шедеврально. И я точно не знаю, есть ли этот вот. Но если есть, обязательно посмотрите. Это была первая карта финала.
квалификаций, вторых квалификаций, если быть точнее. Ну что, Монтан прилетел Тироблейду. Линзу мы уже видели у Феникса, ну и краски правильно поступают. Нужен Фениксу 11 поскорее, потому что Супернова 11 левела решает. Ну и Бэтрайдер блинком, траволами и барабанами. Ну что, попытаюсь подпушиться, вернее, допушить пытаются мидл. В принципе, пока получается, прилетела колба, но колба залетает по иллюзиям. Мне страшно, теперь неплохо вернулся, решил, что нужно это бы делать. Врывается, у нас неплохо по алхимику, алхимика выливает очень много дэмэджа, есть фолспромайс, но дэмэджа влияет там порядочно, отхилится ли он в нужном количестве, рвет в итоге он тизер, пытается уйти, но и, кстати, лопнет ли он, пока непонятно, стоит дезвард, все-таки выхиливается алхимик. Дезвард кастовал дэмэдж, в принципе, по полу никого не убивает, пробивает неплохо у нас здесь террор. Террор свапается с Андером и все-таки дерется дальше, неплохо сыграно. Убивает в итоге у нас Мирал, он теряет Феникс, забирает почти вышку, но все-таки есть глиф на последних хип-поинтах. Всего лишь 55 хп остается, врывается дальше у нас Пак, повесит на тучку, и Пак прям в тучку ворвался, но все-таки уходит и должен отпрыгивать, а террор в это время добирает. Краски милишный барак, и сторона потеряна, при том, что убили еще и вражеского керри. Весьма неплохо, конечно, по файт-рекапу тут такое чуть насыпало и одним, и другим, но все-таки, можно было бы и больше сделать, но да ладно. Мне кажется, довольны в дело тем, что они полностью запушили сторону. Да, конечно, это мидл, это не фланг, пуш мида против алхимика, ну такое, в принципе, алхимик это спокойно все отпушит, но все равно это не хорошо для команды. И, в принципе, по поводу ММР, я чекал ММР команд, у Enemy средний ММР команды 6600, и самый низкий ММР у суппорта, у, сейчас скажу даже кого, одну секундочку, есть у меня это все записано, так, сейчас, буквально одну секунду. 6800 у нас у Фрозена, вернее не 6800, а 6160 у Фрозена, и играет у нас он на Оракле, ну а максимальный ММР у Хардлейнера 6900, даже почти 7000, ну и у Керри ММР равен 6650, так что ММР у них хороший, вот по ММРу у FDL я нашел инфы мало, нашел только у одного игрока, у Бина. Порядка 6800, но я думаю, тиммейты не особо там просаживаются. Я думаю, среди ММР 6500 точно будет. Но краски мы можем при помощи этой игры наглядно убедиться, что уровень пониже игры у Америки, чем у Европы. Потому что вот на 6500 у нас играют покруче. В краски командных катках у нас здесь как-то, ну, не так круто, как у нас. Хотя у стадия early game у FDL очень классная. И в прошлой игре, и в этой игре преимущество уже порядка 6000 по XP, там уже под 7000 пошел под пуш, правда стоит в тучке и не контролит. Ну, вот обычно 7000 должны контролить так вот иллюзии, чтобы вывести за тучку и дэмэдж входил бы. Ну да ладно, не страшно. И вышечка потихоньку сыпется. Да, все-таки террор в пуше очень силен, дэмэджа хватает. Сейчас будет еще и мантастайл, прожмет и будет пробивать краски милишный барак. Конечно, Каспер не годует, ну да ладно, дэмэджа пока хватает. Хотя сейчас драка будет и фидану, то будет плохо, но дэмэджа там слишком много влетает. Снова по алхимику у нас ультимейт, пошел фейлспромайс, но вы его подцепили, дэмэдж сливает. И сейчас он точно лопнет, Фроза подцепили, это уже минус 3, байбека, кстати, нету. И, в принципе, можно и игру закончить. Там, конечно, линия стоит, вернее, там вышка стоит, так что топ не забрать. И Рики распрыгался, Рики неплохо распрыгался, убивает в итоге у нас флайнг зебра вражеского Феникса, но все равно вторую сторону теряют. Конечно, можно с этим даже сражаться, но все же уже шансы на победу весьма велики у FDL. И, как мы видим, эту игру не должны доводить до победного конца. Хотя, после прошлого камбэка, любой камбэк изрел. И Мирана стрелой застрелила там, по всей видимости, крипам. Хотела, конечно, закинуть на потерору, скорее всего, но не получилось. Ну и Дагон покупает пак. Ну, тут Дагон оправдан. Тут Дагон оправдан, потому что довольно-таки жестко разогнались. И лопать кого-нибудь тонкого всегда приятно. И оставаться в большинстве. Краски лопнуть Оракла, например. Потому что все-таки своим фолспромайсом он портит здесь картину. Несмотря на то, что алхимика убили, но все-таки он жил. И у него есть радик. И он в это время нажигал. Так что лишний дэмэдж заходил. Ну что, 10.22, 26 минута, что у нас по графикам? Графики уже за 12 тысяч голды в пользу FDL, по XP уже в районе 10. Преимущество есть, но я все-таки не буду говорить, что прям
все круто сейчас у FDL-ов, что они сейчас тут ведут, сейчас не выиграют, потому что в прошлой карте было разное. И убивает в итоге у нас очень быстро Террора, Сандр не заезжал, убивает также у нас и Бэтрайдера, Пак поставил Дримкой, пытается там пробить, Нигглса пока никого убить не получится, и Пак тоже минус, и вот так вот произошло. Я вот только про это вспомнил, момент, что всякое может быть камбэк разный зрел, и вот так вот у нас теряют троих коров, теряют 4100 голды и 5800 XP. 5000 отыграли, 6000 отыграли, нормас пойдет камбэк зрел, пацаны, его заливать катки. Ну, странные моменты, почему террор в соло шел по речке, его нашли, поймали, оказались рядом тиммейты, потерял гейм Бэтрайдер. Ворался Пак, при том, что террора уже нет. Зачем ты врываешься, если демеджа больше ливать некому? Да, у тебя есть догон, ты одного там, может быть, застрелишь, и то не факт, потому что там есть тучка. И все-таки ты Пак, который ходит shift, сверху ставится тучка, и что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Ну, странные моменты, в общем. Но тут Феникс, как мы видим, справляется со своей работой, откидывается и заходит краски в Рашан, ставит супернову, суперно сейчас собьют, полетели каски, каски кидаешь в тиммейт, ну что ж ты делаешь, хотя врывается на лицо вроде бы неплохо, яйцо лопается в итоге, супернова раздамажил, пошел еще и Санрейк, очень много демжа, как же он нажигает, просто выжигает оппонентов, ну и пытается жить у нас алхимик под фальспромайсом, в принципе живет абузером лет, да, выживает, ну и в итоге размен один в один, хотя плюс он будет все-таки для... FDL умирает Алхимик, умирает Рикимару, умирает у нас еще и Оракл, застрелили водогоном, и это минус 4 в одного Феникса. Сумбурная драка, ничего не сказать. Ну и в итоге Рошан будет падать копилку для FDL. Ну, игра как для меня, она очень такая неожиданная на всякие моменты. Слишком уж странно все происходит. Обычно я видел другую доту. Ну, обычно я не сидел на американских каких-то лигах, я комментил пару матчей Канада Капа, но вот обычно я был на каких-то там командах тир 3 уровня, и я вот, в принципе, очень много комментил команду Rebels, но все-таки это команда тир 2 уровня, но в любом случае, там Rebels, Submarina, в принципе, кто еще из таких вот, даже не мог вспомнить, Новлайферы, ну, в принципе, так далее. Они играли неплохо, там сибирские валенки, и, в принципе, я сейчас не буду все перечислять, но вот вы, думаю, поняли суть, какие команды я наблюдал. И там игра была по скилловой. Хоть и если так почекать средний момент, то в некоторых командах был пониже, там повыше, но примерно такой же. В районе 6500, там 7000. Но как-то тут на 6500 мне игра не смотрится, ну не знаю, там 5800, так максимум. Ну как раз вот, личный скилл я вижу, очень классный, но вот именно командная игра как-то слабовато. В принципе, и у той, и другой команды, но все-таки у FDL она даже будет послабее. И вот именно командная игра, потому что NMS все-таки, если бы играли плохо команда, они бы так жестко не камбэкнули в прошлой игре. Линза попалась на Фениксе 8 раз, и 8 раз с ним удавалось победить. То есть, всего 2 поражения с Линзой. Ну да, Линза, конечно, классно бёрстит Феникса, плюс 5% к урону, при том, что у него и так очень много урона, все-таки он чистый, он процентный, то есть к лейту все больше и больше. Так что работает, работает эта вещь. Ну и, кстати, если... Нет, давайте потом продолжим. Кстати, стрела у нас по Фениксу. Феникс не успеет поставать здесь супернуту, будет плоховато. Каски его убивает неплохо. Убивает у нас еще и Вич-доктор, поставил Дезвард, но ненадолго. Пошел у нас ультимейт, пытается улететь, пока Смертайдер. Неплохие залетают у нас Старшторм, пока от Мирана, но воюют неплохо. Здесь у нас Бин. Бин развивает Слеера. Слеер таверня, также в таверне сидит у нас Алхимик. Так что драка полностью выиграна здесь. FDL-ами подцепили, правда, у нас там пока Бэтрайдер пытается Рики воевать, но не получается, Некрач стоит на месте, никто его не контролит, ну и Флайнг Зебра все-таки уходит. Ну и, кстати, гембы снова, а да, гем же отжали, точно, и лежит он в Бисмастере. Но в любом случае, файт выигран, 1222 голды для FDL-ов, 4300 XP, ну и забирают они последнюю внешнюю вышку, в принципе, близки они к забиранию последнего... Последняя линия, если бы точнее. Ну вот Рики поставил точку, но как-то мимо. По паку и пока блинковывается. Ну, вот Рики распрыгался, немножко отогнали. Залетает догон по Ораклу, взлетает Бэтрайдер. Лассо пока в кулдауне, так что врываться смысла не остается. Снова точка, раздамажит потихоньку вышку. Т3 вышка падает. Раз-таки это была последняя Т3 вышка. Ну и дэмэдж пошел сразу же по милишному бараку. Ну и догон уже 5 левела у пака, так что будет больно. Ну и, кстати, там пай появился. Давайте 30 минуту посмотрим, что по графикам. Графики в районе 12 тысяч голды и по XP чуть более 12 тысяч. Что по айтему? Давайте быстренько пойдемся. Рикимару с пайпом. Вот такого вот я не видел. Если честно,
Я думал, он сейчас пойдет такого вот сэмми-керри. Но решил, что будет суппортировать. Ну ладно. Мирана у нас с Аганимом, мы это видели. Хотя Драко у нас продолжает врываться алхимик. Пошел, он раздамаживает. Сейчас он поймает здесь очень много урона. Прожимается на супернова. Неплохо полетел у нас. Бэтрайдер подцепил краски Фрозена. Фрозен никого посадить не может. Хотя здесь поймается у нас, конечно же, на алхимике. Но алхимик сейчас лопнет. Алхимик таверн. Алхимик без байбека. Рикимару байбек. Он тут соло ничего не сделает, потому что Мирана подцепили. Мирана все еще живет. Хотя нет, вроде бы неплохо. Взрывается у нас там Некрач. Пытается уйти. Ну и пока отходит, пока регенится. Краски под Будрестарежем. Врывается Фан Зебра на. Бэтрайдер распрыгался, но не убивает. Глиммер Кейп пошел дамажить у нас просто по базе Бин. Ломает потихоньку он бара. Конечно, дэмэжа получается очень много. Но есть Сандер. Сандер заюзал. Есть также у него Егис. И это минус Бесмастер. Ловит стрелу. Но это не страшно. Стрела залетела не на фул рейнджу. Слэм на лоу хп отступает на базу. И это good game well play. FDL одерживают победу. И наконец-таки доводят игру они до победного конца. Ну и как мы видим, даже 40 тысяч преимущества им не понадобилось. Неплохая карта. В разы лучше, чем было прошлое у FDL, хотя прошлое было очень интересное. Ну и все-таки там и FDL оплошали, и Enemies очень круто отыграли, но все-таки здесь 1-1. Следующая игра у нас будет с командой Digital Chaos. Они, вернее, Digital Chaos, они будут играть против команды Enemy, так что, ну, Enemy должны быть, по идее, и на морали, потому что они камбэкнулись, и на дизморали, потому что снова они начали плохо игру. И проиграли краски лейнинг и мидгейм. Так что посмотрим, что оно будет дальше. Пока что небольшая пауза. Во время паузы подпишитесь на наши социальные сети. Ссылочки я сброшу в чатик. Напоминаю, что с нами работает статсмен Пионерушка. Ну и в принципе небольшая пауза. И ждем вас на второй игре.